Пусть растает продрогшая ночь от горячих и медленных звуков, чтобы утро спешило помочь сочетать навсегда ваши руки. Прошепчи. Я проснусь и в ответ пропою о любви бесконечной. Ты увидишь, что прошлого нет. Впереди необъятная вечность. К нам часто в библиотеку приходит один парень. И он любит петь. Сюда муж положить, да? Да, обратно жить. Да, и это я, Дарья, и все. Но я знакома давно с Вахитовым Фильхатом. Да. Вы все знаете, что он делает. Фильхат просил меня найти минусовку на его песне, но, к сожалению, в интернете не всегда все можно найти. Поэтому я сегодня прошу его спеть акапельно. И еще один нюанс. Фильхат любит петь исключительно на татарском языке. Молодец! Те, кто понимает татарский, наверное, приятно удивлены его умение, красиво петь. А те, кто не понимает, то послушайте мелодичность языка. Яратан ишенне табырға, сойланма бәхетім қақына, ғымерем айсалым аңылағыз, яратан ярасыды қолмағыз, бұр дүния ұтында яңағыз, яғыр ұтында яңағыз. Ғымерем айсалым аңылағыз, яратан ярасыды қолмағыз, бұр дүния ұтында яңағыз, яғыр ұтында яңағыз. Шешкелер шешкеге өрелі, судағы балықлардан бірге. Жаратан ішіңне табырға, сайланма бәхетім хақына. Өмірім асылым оңылағыз, яраттан ярласыз болмағыз. Бар дүния отында яңағыз, яғызлы отында яңағыз. Yürekler yüreke tartala, kümüller kümülle şakara. Soylanma bekten hakına, soylanma bekten hakına. Gönleri masalın oğlarız, yaratkan yarasız kalmaz. Var dünya otunda yanırız, yalgızlı otunda yanmaz. Gönleri masalın oğlarız, yaratkan yarasız kalmaz. Бар дүния отында яңағыз, яңызлы отында яңағыз. Если зал попросит. Цветы, добрые дела, плоды. Давайте делать все зависящее от каждого из нас, чтобы вокруг была только доброта, любовь и милосердие. Не было места жестокости и злобе. Давайте пожелаем всем добра. Доброта способна сострадать, сопереживать, сочувствовать. Да, трудно быть всегда готовым утешить ближнего, разделить чьё-то горе. Не только лекарство, но и доброе слово помогает выздороветь человеку. Не зря говорят «доброе слово, как ясный день». Добрые слова — это цветы человеческой души. И на сцену я хочу пригласить человека, которая в сидящем зале известна. Она работала много лет учительницей. Валентина Ивановна. Я попробую, ребята, если меня будет хорошо слышно, может, я и... Добрый день! Я очень рада видеть вас вот в таком большом кругу. Я смотрю на вас и радуюсь, потому что многих я забыла как фамилия, как имя, потому что у кого-то я работала классным руководителем, а кого-то просто по школе знаю. Но нет ни одного человека, лицо которого я не забыла. Потому что так устроена жизнь, что учитель, у него есть два орудия труда. У строителя кирпич, да?
у портнихи ножницы, все, что ей нужно, чтобы сделать какую-то вещь. А учителя, арбитра, это слово и сердце. Это вот то, без чего невозможно что-то создать. Поэтому я горжусь вами. Вот, например, Фельхат – это мой ученик. Да. Нет, мне хорошо помогли, да? Да. И вот что интересно, он ведь, знаете, где-то я... Он всегда пел, это вот тот человек, у которого пела душа. И я рада, что вот он таким остался.